Всем привет, дорогие друзья! С вами Диана. Добро пожаловать на мой канал Business Power. Сегодня, по вашим просьбам, я разберу такой проект, как Integra Money. Ваших просьб посмотреть этот проект собралось уже довольно-таки много. Тем более, вы говорили, что проект интересный, и мне стало любопытно, что за хайп такой. Поэтому я сделала на него небольшой обзор и сняла это видео. Ну что ж, поехали! Скажу вам честно, запустив этот проект, я была очень сильно разочарована именно этим объявлением. Пополни свой баланс минимум на 15 баксов до 16 июня и получи $730 в подарок. Узнать подробности акции. При пополнении баланса на $15 в течение 3 дней после регистрации у вас будет создан новый вклад на $100 сроком на 365 дней. Каждый день по этому вкладу будут начисляться 2% от вклада. Средства станут доступны для снятия 16 июня 2019 года в размере $730. Возможно, те, кто просил меня провести этот обзор, также смутило данное объявление. Ведь все эти бонусы, акции являются признаком скама. А то, что эта акция носит чисто баблосборный характер, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Ясно же как день, что $730 никто вам дарить не собирается. Любая организация, любое предприятие создается с целью заработать деньги. А тут, получается, вам $700 подарят. За то, что вы внесете сумму намного меньше, чем сумма подарка. А на самом деле происходит следующее. Админы подстрекают вас сделать вклад хотя бы и для начала на $15, а эти 2%, может быть, вам и будут начисляться первое время, вот только вывести вы их после скама не сможете, так же, как и тело вашего депозита. То есть проценты и тело вашего депозита остаются у администрации, и админы в плюсе, а вы в полной жопе. И именно поэтому, так как администрация ничего не теряет, они вывешивают такие громкие предложения. Но дальше еще круче. Это, знаете, как в поговорке: чем дальше в лес, тем толще партизан. Если смотреть на инвестиционные планы, особенно на нововведенные тарифные планы Fixed и бизнес, то партизана, то есть проценты, действительно жирные. Например, возьмем тариф бизнес. 145% на 15 дней. Это примерно 9,6% в день. Нифига себе, да? Или по тарифу фиг. Вообще 11,2% это что? Это получается круче, чем в любом баблосборном фасте. Плюс, обратите внимание, в каждом вкладе вам дают еще 5% бонуса на вклад. Круто, правда? Здесь просто калькулятор сдохнет все это подсчитывать. Но админы же не дураки. Они понимают, что вклад $1000, абы кто не будет. И поэтому самые большие проценты навернули на вклад фикс. Вклад здесь до $300. А есть также вклад от $300. На любой вкус и цвет, как говорится. И здесь даже будет процент повыше. И тоже вот этот вот бонус. Кстати, изменился маркетинг и появились тарифные планы бизнес и фикс как раз 2 недели тому назад. То есть админы уже разгулялись на баблосборе. Помните, я говорила, что когда хайп наступает крышка, начинают появляться клоны баблосбора. Хоп, вуаля, Integra Money. Дешевый, паршивый лохотрон. Совершенно не стоит вашего внимания. Клик и ты партнер. Скорее клик и ты в говне. 150% за сутки. Ну, понятно, что хайп только хочет побрать ваши деньги. Оригинал уже не подарок, а это просто нету слов. Реально рассчитан под дурачков, так что я надеюсь, никто сюда не зайдет. Вернемся же к оригинальному хайпу Integra Money. В принципе, все эти начисленные бонусы, акции, изменения маркетинга уже отбивают у меня всякое желание проводить дальнейший разбор. Но я все-таки это сделаю. Ради вас, мои дорогие подписчики. Integra Money в онлайне работает с 2017 года. Промышляет майнингом, доверительным управлением, в общем, все как всегда, стандартный набор. Отзывы о проекте сплошь положительные. Но если покопаться в интернете, то можно найти и отрицательные отзывы. Как создаются положительные отзывы, я думаю, объяснять не нужно. Хотя вот, наглядный инструктаж на SEO Sprint. На доверии в сети тоже все печально. Нам сигнализируют 18+, уровень траста -54. Не доверяют сайту 5 человек. И несмотря на то, что у Integra много положительных отзывов в интернете, на всяких проплаченных, естественно, блогах, скопированных из сайта в сайт, доверяют сайту всего 1 человек. И снова красивые сказки про огромные прибыли на поле чудес. Добро пожаловать, Буратино. Сами накрутчики-то хоть верят в то, что пишут. И по сути, да, действительно эти люди накручивают отзывы. Как я вам уже показывала скрин на SEO спринте. Конечно, когда пирамида только начала свой жизненный путь, скорее всего, она и платила. Отсюда и пошли положительные отзывы. Но сейчас тенденция уже сменилась. Особенно, что касается новых тарифных планов Fixed и Business. Эти тарифные планы придуманы, чтобы добрать кассу, ни больше, ни меньше. Поэтому, ребят, не ведитесь на эту лоховозку. Судя по бонусам, акция, новым тарифам, Integra настроена на баблосбор. Проценты у нее, конечно, адекватные были когда-то, но новые тарифы уже
не работают. Интегра уже в предскаме. Ни в коем случае не вкладывайте сюда деньги и по возможности предупреждайте других. Выводите деньги пока можно, только мелкими частями. За крупные есть риск, что администрация заблокирует ваш аккаунт. Ребят, надеюсь, это видео было для вас полезным. Вашу заявочку по Интегре я выполнила, так что скидывайте мне в комментариях еще проекты, которые бы вы хотели видеть в моих обзорах. Всем удачи и большого профита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!